распознать несвежие продукты на прилавках магазинов, сократить бессмысленный расход еды и контролировать правильную транспортировку донорских органов. Все это поможет сделать разработка британской студентки. Биореактивная этикетка реагирует на распад белка и показывает свежесть продукта. Это биореактивная этикетка, меняется в зависимости от того, что происходит с едой внутри упаковки, отображая ее свежесть. На бугристую поверхность наносится слой желатина. Я выбрала его, потому что это натуральная субстанция, которая распадается с той же скоростью, что и еда. Поэтому сначала желе твердое, и вы не чувствуете бугорки под ним. Когда же срок годности желатина истекает, он превращается обратно в жидкость, и вы чувствуете на этикетке бугорки. Это значит, что есть такую еду уже небезопасно. Сама этикетка органическая, и так же, как еда, полностью разлагается. В зависимости от концентрации желатина, маркировать ей можно разные типы продуктов. Тем не менее, у биореактивной этикетки есть свои нюансы. Например, она может не понравиться вегетарианцам, ведь желатин – это животный продукт.